Начинающие, но уже подающие большие надежды художники. В зале Дома художника открылась выставка работ юных живописцев, участников проекта «Волжский художник». Летний лагерь с творческим уклоном существует в Ивановской области уже более 20 лет. Ежегодно для участия в проекте отбирают всего 10 самых одаренных ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Для каждого из юных дарований это ценнейший опыт. Я научилась лучше рисовать это, вот, 100%, особенно этюды, и не только этюды, мы же там и наброски делали, и портреты, это было просто необъяснимо словами. Вообще, это было очень сложно, но настолько понравилось, что хочется еще раз все повторить. Смена длилась 3 недели. Ее итогом стали десятки уникальных работ. Все они представлены на выставке. Особенность вернисажа в том, что работы юных художников представлены рядом с полотнами их наставников, уже сложившихся живописцев. Была программа разработана для этого лагеря, поэтому здесь есть и пейзажи на состояние природы, на разное состояние природы. Далее делали они портреты. Друг друга рисовали, друзей, какие-то натюрморты. Мы, если вот посмотрим, да, видно, вот, что и натюрморты с цветами они делали. По итогам пленэра выберут победителей нынешнего проекта, но по уже сложившейся традиции проигравших не будет. Приобретенный опыт и навыки еще не раз пригодятся юным талантам. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.